Все брещане уже порядком соскучились по белому, скрипучему, искристому снегу. Этого сегодня для Беларуси почти экзотического природного явления несколько лет все мы ждали очень. А потому, как только ударил первый мороз и выпал первый снежок, и дети, и взрослые, тут же ставшие детьми, не упустили возможности приобщиться к зимним забавам и спорту. Гребной канал принимает всех с удовольствием, благо база располагает. Сегодня в городе Бресте стартовал первый этап спартакиады школьников «Брест-2021». Эта спартакиада включает в себя очень большое количество видов спорта и проходит в городе Бресте ежегодно. Но уже на протяжении последних 4 лет мы теряли именно один из видов спорта, как брестская лыжня. Дети, которые сегодня вышли на старт, на удивление, очень неплохо умеют кататься на лыжах. Почему я удивляюсь этому? Потому что, сами понимаете, лыжи в городе Бресте – это такой же эксклюзив, как и снег. Спорт – это хорошо, особенно лыжи зимой, нет ничего лучше лыж. Как настроение? Что вас заставило сегодня выйти, встать на лыжи? Замечательное настроение, хорошая погода. Что заставило? Решил побороться за нашу школу. Были здесь и те, кто, увидев, что намечается спортивный праздник, не смог быть равнодушным сторонним наблюдателем и захотел присоединиться. Мы не спортсмены профессиональные, просто любители. Вот увидели, что зима настоящая, снег лежит, трасса, тут какое-то движение. Вот взяли лыжи и тоже хотим чем-то поучаствовать. А с кем пришли? С мужем. Муж готовится. Александр, расскажите, как получилось, что вы сегодня пришли сюда? Тренируюсь в обеденное время, с работы вырвался и встал на лыжи, приятное, классное занятие. То есть буквально с работы прямо на старт? Непосредственно. Сегодня снег на Гребном канале в буквальном смысле слова горел, ведь здесь проходило первенство среди брестских учреждений образования. А это значит, среди энергичных и бодрых, активных и спортивных школьников. Их не пришлось уговаривать принять участие в спартакиаде. Желание и так зашкаливало. В школе не катался, людей очень много. Я думаю, серьезное соревнование. Есть желание просто покататься и научиться кататься. Но если детский задор вполне объясним, это ведь дети, то понаблюдать за взрослыми, солидными дядями и тетями, которые просто горели желанием победить и утереть нос коллегам по службе, было очень заманчиво. Сотрудники брестского филиала Белтелеком старались как могли, и у них это получалось здорово. Прям как будто тренировались на горных склонах Куршавеля. Здесь у нас проходит отраслевая спартакиада нашего филиала по лыжным гонкам. Погода, вы видите, очень хорошая, люди все в хорошем настроении. Спасибо всем ребятам, что собрались. Получат удовольствие, покатаются на лыжах, потому что, говорю, у нас будет скоро, как в Мадриде, раз 50 лет снег, еще чуть-чуть, останется только море выкопать будет. Покажете всем, как кататься, да? Мы покажем. Конечно, какие соревнования обходятся без падений. К счастью, на настроении это никак не отразилось. Как настроение? Отлично. Бодрое. Не ушиблись? Нет, все отлично. А как вам трасса? Хорошо. Хорошая сегодня погода, вообще не жалеете? Отлично, нет, все хорошо. Все, вставайте. Спасибо. Будем надеяться, что погожие зимние деньки нас еще порадуют. А поэтому не теряйте времени и скорее становитесь на лыжи.